Ну да, заебись. Всем привет, дорогие друзья, с вами Санек. В общем, перед началом данного видео хотел бы сказать то, что... Отойди на. У меня в группе ВКонтакте проводится розыгрыш, ссылка будет в описании под этим видео. Там можно выиграть какие-то незначительные деньги. Просто зайдите, посмотрите, сделайте репост, поставьте лайк и подпишитесь. Да сейчас я тебе дам, потому что ты... А у нас сегодня третья часть, уборка на квартире Игорька. Санек подошел. Санек, твои пожелания подписчикам. Поздоровайся, Санек. Да, поздоровайся. Всем. Всем заебись, да? Всем ништяк нам. Серёг, ну ты-то скажи. Всем привет. О, всем привет. Вот это правильно, вот это правильно. Да, Санёк? Всем привет. Короче, Игорёк, в тот раз я купил тебе 7 мешков, сейчас я купил 10. В общем, все вот эти 10 мешков должны быть полностью забиты. Купил так, три пары перчаток, разбирайте. Ага. И чем они забиты будут? Мусором, ёп. Каким? У него нахать на квартире. Так мы уже собрали один мешок. Один мешок? Один, да. Больш... Тут один небольшой. Мешок. А он там собрали там... 7, ёпта. Какой 9, ёп. Сука, не вообще его. Один мешок. Что, там хочешь сказать, мусора больше нету? Иди посмотри. Нет мусора? Вместе собрали. Ну немножко там. Пол квартиры нам занимал. Пол квартиры сгреб, дай ключ. Ну сгреб, это все выносить надо. Нихуя, Серег, слышь ты. Ну дай ключ, я пойду за мусором схожу. Да заебал, сейчас пойдем. Сегодня генеральная уборка, блядь. Какой мешок? Ну, кстати, этот мешок, кстати, вот эти мешочки, это хуйня. Большие, если он живет у него, ёпта. Живет у него? Да. Тихо. Блять, вы что палитесь-то, ебать, мой блядь. Игорёк, ты сегодня в роли оператора, да, у меня? Ну, я твой заместитель сегодня, короче. Я вахуй, да. Я там такой видос, блядь, снял. Машинка-то опять, сегодня, короче, сегодня будет машинка. Да, он уже, блядь, четвертый год ее, блядь, везет. Ну сколько? У меня танкиров не берут меня, блядь. Красавчик. Покажите, Саньку, покажи Саньку Борну. Такая у нее. Ну нормально, ёб, займи. Пойдем. Я думаю, что у нас нет. Блядь, я тебе говорю, таких нахуй завести, пиздец, блядь. Давай! Что такое, блядь? Покажи там снимать, не? Снимаю, я, блядь, держу. Пойдем. Нет, пивка не взял, блядь. А? Пивка не взял вообще. Нет, пивка не взял, потому что... Да, он тебе потом опять привезет там. Пойдем, ладно. Не буду говорить. Сейчас посмотрим. Он говорит, один мешок. Что, у тебя типа мусора нет там, что ли? Слышь, что говорю-то, Санёк? Давай, ты поднимайся. Прикинь, мне вчера, блядь, мужик, короче, орёт он, блядь. Грязный Гарри, блядь, мы с тобой, нахуй, ебать. И машину въебал, нахуй. Блядь, что-то я, блядь... Машину въебал? Ну так, немножко, там, по касательным, по бамперу въебанул, тетка, нахуй, охуела там. Так, ладно, поднимаемся мы. Начинающий видеоблогер, блядь. Так, начинается опасная зона, блядь. Где много бактерий, пауков, нахуй. Такой. Да ладно, бактерии, блядь, хорош. Давай, мы сами как бактерии, да. О, блядь, как будто, сука, он, блядь, заходи, ебать. Давай, бактерии, блядь. Говорю, блядь. Нормально, что ты привыкай, ёпт, Серёг. Мешочек собрал, блядь. Все, Санёк, мы тебя в плен, нахуй, с тобой. Бля, не могу, нахуй, ребят. Газовый. Ой, не могу, блядь. Привыкайте. Ух ты, ёпт. Тебе подогнать, Сань? Ой, не могу. Бог ему дай, блядь. Надо закурить, нахуй. Ой, не могу, блядь. Короче, ребята, смотрите, вот, в общем, вот такая хуйня. Дайте сжигал. А, это у нас. Это у нас танкист. Ну. Шлем, ёпта. Короче, вот такая хуйня. Санёк, привыкай. Смотрите, сейчас все объясняю, что такое. Ты хоть окна открывал. Слушайте меня, слушайте меня. Вот такая вот хуйня у него сейчас в комнате. Такая вот. Да. Вот такая, в общем. Короче, у вас есть 10 мешков. А, я думал, у нас 10 минут, и мы должны... Нет, у вас есть 10 мешков, вот эта комната вся должна быть убрана сегодня. Я не знаю, как вы будете это делать. Полностью мешки в склянь забитые должны быть. Полностью в склянь. Я приеду через час, если вы уберетесь, максимум полтора. Вот приду сюда, мешки должны быть стоять, то есть полные забитые. Смотрите, вам сейчас разочек. Да, после этого, когда я приеду... Штаны оставь. Штаны куда-то мои, блядь, выкидывайте. Да себе можешь оставить.
После этого, когда я приезжаю, мы это все выносим. За сегодняшнюю уборку, если вы здесь хорошо уберетесь, вы получите каждый по 500 рублей. Но получите не после того, как вы уберете, а получите вечером. Потому что мы вечером будем снимать еще один видос, какой-нибудь прикольный конкурс. Я еще подумаю. Может, что ребята в комментариях напишут. Вот такая. А как у тебя Bluetooth-то нету, блядь? Что за хуйня? Ну, у меня iPhone. У тебя хуй пойми, что за телефон. Поэтому ты никак нельзя передать. Только с iPhone, что ли? Я, если, нет, как что-нибудь придумаю, короче, ладно. Я скоро куплю куплю отдельную камеру, дам тебе камеру, ты будешь ходить с ней снимать. И потом я буду уже выкладывать влоги пиздатые. Профессиональный, что ли? Ну, пиздатую камеру куплю, дам тебе, будешь с ней ходить и будешь снимать видосики. Вот. Да, как мне эту, блядь, машинку, она построгальная нахуй. Санёк, твоя машинка будет. Я тебе отвечаю. Я уже как Дед Мороз стал, нахуй, блядь. Не, Санёк, смотри, сегодня у нас. Дай нам хоть на коктейльчик, Санёк, блядь. На коктейльчик, да, смотри. Санёк, сегодня пятница. Ты слышь, я скажу, я тебе, ты поубирайся, нахуй. Санёк, вон, смотри, нахуй, вот человек уёбывает молча, нахуй. Видал мешочек какой, ну там, блядь, все твои пять, нахуй, перебьет. Давай, Серёг. Труп еще там. Сегодня, Санёк, смотри, сегодня пятница, за эти выходные ты точно машинку получишь. Ты только что сказал. Может даже сегодня вечером. Ты только что сказал, что сегодня вечером, теперь уже, блядь, выходные подошел, блядь. Когда у меня... Да я, блядь, у меня выходные, хуже вот такая хуйня в жизни. Я нахуй, блядь. Санёк, короче, не ссы, все будет нормально. Серег, ты давай за тебя, смотри, тебя, если что, отправим в Кавказ, нахуй. Меня уже как Кавказ принимают, нахуй. За своего, да, блядь? Красавчик. Только, блядь, научилось только разговаривать по-ихнему, нахуй. Ну да, блум-блум-блум, блядь. Ну вот, это, нашу, знаешь, Рашу еще посмотрю пару раз диско, нахуй, блин, и все. Во-во, давай. И как все, раз, пока, блядь. Тормозни, паузу сделай. Что ты мне хочешь показать? Я тебе видос хочу показать. Заебал ты, ёбан. Ну давай, я сниму, блядь. Может, видно будет этот видос. Вот, видно его, давай. Да, тихо, заткнитесь. Ну что, Санёк, подписчиков. Тихо, помолчи. Да, я туда выйду. Что, в интернет хочешь? Да, это уже все. Они смотрят на тебя уже, заебал. Да кулаком-то хуй с ним, ёпта. Да, это тот видос, который я второй снимал. Ну, сейчас один еще. Пока меня не было, ты его снимал, да, типа? Ну то у нас видосы, теперь мы, блядь, будем снимать отдельно, нахуй, все, блядь. С Саньковым мы сотрудничать, блядь, мне кажется, прекращаем, все. Чего, блядь? Давай. Ты смотри. Блядь, а что тебе платить-то? А видно, да? Заебись, конечно. Тараканы, что ли, блядь, ебаный урод, блядь, пиздец. С тараканами будем тебе платить, Санёк. Смотри дальше, смотри, блядь. Сидит, как птица, нахуй, на кончике. Да, пиздец. Поршень, блядь. Ладно, смотри видосы, короче. Дыхай, все нормально. Ну, почему так постоянно сидит? Не знаю. Да, вот. Орлом нужно представлять, да. Да нам нехуй делать, конечно. Я сейчас отъеду. Тихо, подожди. Санёк, скажи подписчику, чё, как тебе ощущение, блядь, сидеть на холоде, блядь? Не, вот так тебя не видно. Чайка, блядь. У меня не как куртка, блядь, мне как щека на зубы болит, нахуй. Ага. О, Саня, теперь куртку проси, блядь. Машинку? Да, блядь, он мне машинку уже везет, нахуй. Сколько? Год уже везет, наверное, блядь. Ну не, не год, он тебе сколько? Месяца 4, наверное, везет машинку. Какой месяц 4, что ты, блядь, придумываешь, да, алё? Подарок, да? И наебал. Он собрался тебе волосы рубить, мне кажется. Вот и топор нужен, блядь, для этого мне. Санёк, нахуй тебе машинку, дайте по рубке. Встреч будем. Волосы рубить. Пиздец, я не знаю, что там Санько. Голые волосы начал, блядь. Не, ну я думаю, волосы, блядь, короче, блядь, будь топором рубить так. Думаю, это экшен. Не, нихуя. Я так думал, блядь. Вот, сейчас стоим, ждем Санька. Да, на, все понятно. Нихуя, не. Это? Не, ну давай еще посмотрим. Давай еще, разве там экшен все будет. Чтобы он вообще это самое. Забыл, какие мы, блядь, такие-то. Да. Ну да, в ногу, блядь. В
одну, потом в другую. Может, ты сейчас скажешь, нахуй 10 пальцев откуяришь, блядь. Не, мне один. Один мне нахуй не нужен, мне как раз будет 39. Нет, я понял. Не, нихуя, там еще сейчас будет. Ну полпятки срубишь, нахуй, пустим, за десятку, в рот я ебать. Ну что, где он есть, блядь, я не пойму, где он едет, блядь. Потому что нам нужны бабки. Че вы стоите, нихуя не делаете, а он это работает, блядь. Пиздец, молча. Я что-то не понял, блядь. Не-не-не. Ладно, Санек тоже стесняется. Он уже, блядь, такой звездос, блядь, здесь нахуй устроил, блядь. Ран, короче, как ты, не-не-не-не-не. Да заебал. Сейчас. Вот когда вот так вот отожмете, это пиздец. Сейчас, сейчас, слушай. Мне уже лапа, короче, замерз, блядь, отключайся. Мы еще продолжим, короче. Рекламная пауза, можно сказать. Так, вращаем барабан, блядь. Погоди. Чего ты такой? Сейчас, сейчас, еще. А, вот. Сейчас он топор покажет. Санек, это с топориком. Сань, ну-ка покажи. Маленький. Короче, Санек сегодня кого-то будет рубать. Во, во, бля, во, во. Вот так вот в голову кому сейчас воткнет, блядь. Во, ждем Санька. Ждем, короче, это самое... Какая хуйня, короче, блядь, сегодня будет, мы даже не знаем, блядь. Ну, мы начинающие видеоблогеры, блядь, вот. Чё, голодный. Да, я так голова чат отлетит, нахуй. Чего-нибудь бомжа привезет, нахуй. Всё, всё. Короче, рано. Дай. Это Игорь, ну что, может ты там расходишь, я пока не сыплю. Что-то вы, блядь, хартурите, он работает, смотри, как, бля, а вы что-то а хартурите. А я вон мешки... Весь мусор под ноль, вообще, под ноль. Давай, все давай. Тряпки под ноль, все под ноль, да. Так, это мои ботинки, которые я тебе купил, да? Вот стоят. Да. Так, Игорёк, на тебе сотку, на твою хуйню. Чёшка, а сигарет у нас нету, Сань? Санёк, смотри, идите сюда. Короче, есть такое предложение. Мне написали, мне написал человек один ВКонтакте. А вот мой жигал. Сколько там штуки написал? Смотри, мне написал один человек ВКонтакте. У них есть на Ютубе канал, они снимают такие же видео, как мы. Санек. У них есть чувак, зовут его Андрюха. В общем, они мне предложили снять с ними совместное видео. Типа, ихний человек против нашего. Батл, типа. Я им предложил. Куда мангал, сука, потащил, блядь. Смотри, я им предложил, короче, сможет ваш человек разбить обуву с трусиное яйцо. Типа, кто быстрее, кто разобьет, то не разобьет. Санек, ну ты сможешь, да? Ну, короче, я могу и не одно, блядь. Саньку похуй. 10 яиц об голову сверху, с пятого этажа. Просто это будет дорого стоить, блядь. В общем, ребята, напишите ВКонтакте. В общем, совместный видос с каналом «Хочу пожрать». Андрюха против Санька. На разбивание страусиного яйца. А сколько? 50 об голову, но... Да не, хотя бы одно, но я думаю, Андрюха ни с одним не справится. Какой Андрюха-то? Да это с города Иваново, чувак. То есть ребята приедут с города Иваново. Лучше какие-нибудь бабу там, блин, позвал. Ну, блин. Они приедут нам с Иваново сюда, чтобы снять сами совместное видео. Понимаете? То есть у нас... Ну, вот такой, типа батл, короче. Типа батл. То есть мы уже делаем такой контент, что... Нам уже предлагают, да, совместные видосы снимать. Ну, если, блядь, меня узнают, ёпты. Он, Санёк, знает, нахуй, в магазине, где, блядь, какой пиздец, шоу, там не смотри, блядь, по полной шкале, ёпты. Смотри, мы тебе, блядь, продвижение канала-то сделаем, ну, заебись, нахуй. Тебе ведь 10 мешков пойду с помойки ковырять, что ли, обратно? Набирать и ковырять? У вас вон 10 мешков лежит, чего вы ноете? Я ему говорю. Он говорит, мусора нету, ёпты. В смысле нету, блядь, ты чё? В смысле нету? Смотри, сколько мусора. Все чисто. Все, уходим, ебать. Все, чистота. Блядь, чистота и порядок. Знаешь, такой это, блядь. Тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын, блядь. Мистер Пропер, ёпта. Рано, короче, ребята. Через 2 часа я приеду, посмотрю, что... Через 2, через час приеду. Через час я приеду, посмотрим, что они тут сделали. Короче, не по барабану. Что вы будете убирать? 10 мешков вон те, чтобы были все полные. Чтоб всклянь. Чем? Вон тараканы. Санек, давай быстрее слизывай таракан со стенки. Я здесь боюсь, я свои только ем, нахуй. Свои только ем? Они тут ядовитые, нахуй. Здесь они экологически чистый продукт, блядь. Понятно все. Пойдем. В общем, ладно, ребята, сейчас, короче, Игорь пойдет себе за коктейльчиком. Ну, а я поеду домой.
и через часочек к ним приеду. Машинку захвати. Да, машинку возьми. И через часочек к ним приеду. Да, с машинкой, блядь, скажи, с машинкой. Я вас закрываю, да, чтобы они не съебали. Короче, через час к ним приеду, посмотрим, как они тут убрались. Да заебал, чего? Давненько не выходило у меня видосов на канале, я думаю, меня уже некоторые забыли, как меня вообще зовут. Но ничего. Ребята, выходили бы видосы каждый день, без проблем вообще. Если бы у меня хотя бы на канале было 10 тысяч подписчиков, хотя бы просмотров было побольше, тоже тысяч по 10. Вообще бы не проблема, видосы бы каждый день снимал. Но пока мало, пока камеры нормально нету. Но если мы с каналом «Хочу пожрать» снимем совместный ролик, я думаю, у меня народу прибавится. Потому что напишите, стоит это, нет. В общем, совместные видео с ними снять. Не знаю, сказать вам, сколько стоит или нет. Ну, в общем, если ребята заходите, я вам скажу. Напишите в комментариях, сколько стоит там. Типа, Санек, сколько с ним стоит снять видос, я вам напишу, сколько. Потому что по деньгам это нам на самом деле выходит так, ну, прилично. На эти деньги можно было либо камеру купить, либо очень-очень много видосов наснимать. Ну что, ты в магазин сейчас? Ну да, стой. На, сотку еще. Пойду, купи себе сигареты. Коктейльчик сейчас. А ты мне на это звонил на неделе, да? Вообще... Звонил мне хоть? Да, да, да. У меня телефон был отключен. Мне эту неделю никто дозвониться не мог. Ну да. Проблемы с телефоном раз были. 4, наверное, проблемы с телефоном у меня были. Ну понятно. В общем, ладно. Через час подъеду, Игорек, убирайтесь. Чтоб полный, вообще прям полный всклянь. И после этого вечером снимаем конкурс. Ну не вечером, может, чуть в обед. А расплата по деньгам будет либо вечером сегодня, либо после конкурса, не знаю, посмотрим. Что только все не на... надо, как с машинкой. Да, а завтра, короче, завтра планирую, короче, чтобы вы, ну, отвезти вас в прорубь искупаться. Чтобы вы не замерзли, короче, чтобы вы не замерзли, я вам закажу баню на колесах. То есть вы искупаетесь и можете в бане... Баня посидеть. На колесах, нахуй? Да, посидеть, попариться, в общем. Так что все будет заебись. А думаю... проститутки вот? Нет. Проституток не будет. Рано, давай, Игорек, через час подъеду. Че ты чужую машину не сядь, нахуй? Да не сяду. В общем, это, Игорек, если что, пораньше справитесь, сам мне позвони. Вот на этот номер. Как я тебе позвоню? Ну, вот, который сейчас вот номер звонил. Санек еще может позвонить. Санек позвонил. По дигунату от телефона позвоним. Хорошо, давай. Все, ребят, через час подъеду, посмотрим. Че, как. Прыгаю в свою лютую тачечку. Как вам собачка? Ничего так? Короче, ребята, еще раз скажу, у меня ВКонтакте проводится конкурс, ссылка будет в описании под этим видео, заходите, подписывайтесь, там делайте репосты и так далее, можете выиграть какие-то небольшие деньги.